Когда я был маленьким, у нас в семье была собака. Однажды была очень сильная гроза, и я, испугавшись сильного грома, от страха побежал в комнату родителей. Я думал, что они спали, и лег в их ноги, чтобы не будить. Но мой папа не спал. Со словами «Рекс, пошел нахуй!» Он со всей дури пизданул меня ногами. Да так, что я въебался в шкаф напротив. После этого гроз я больше не боялся. Никогда.